Здравствуйте, я Виктория Лобанова, и это рубрика «Вопросы юристу». Как оформить детское пособие? Куда обращаться и какой категории лиц оно положено? С 1 января 2023 года в России появилось единое так называемое универсальное пособие на детей. Оно заменило пособие беременным при ранней постановке на учет, пособие по уходу за ребенком незастрахованным гражданам, ежемесячные выплаты в связи с рождением детей до достижения 3 лет и выплаты от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет. Получают такое пособие беременные женщины, вставшие на учет до 12 недель, а также граждане, имеющие детей до 17 лет, при соблюдении следующих условий. Средний доход на человека в расчетном периоде не превышает одного прожиточного минимума в регионе, семья укладывается в разрешенный перечень имущества, и у семьи есть трудовой доход или уважительные причины для его отсутствия. Платят 50, 75 или 100% от прожиточного минимума в регионе в зависимости от установленного дохода семьи. О том, какие меры поддержки для семьи установлены в регионе, вы можете узнать, обратившись в многофункциональный центр либо в территориальные органы Социального фонда России. Недавно стал пенсионером. Прочитал о том, что имею право пользоваться транспортной картой. Как ее получить? Такую карту получают в два этапа. В первом этапе вы обращаетесь в территориальное отделение Управления социальной защиты населения, либо в многофункциональный центр. С собой нужно принести паспорт, трудовую книжку, СНИЛС, справку из социального фонда о статусе пенсионера, выписку из банка с номером лицевого счета, куда будут перечисляться денежные средства. Документы с копиями лучше принести лично. Сначала вам выдадут временную карту. Позже вы заберете постоянную карту с вашей фотографией и будете ей пользоваться. Временную нужно будет сдать. Те поездки, которые вы не истратите на временной карте, будут перечислены на постоянную.